дну Балтийского моря провели Северный поток 2, а у нас Водяной поток 1. Улица Ленина. Так по всему городу, господа, меняют старую систему водопровода и канализации на новую. Вот так дошло до сюда. Дальше под землей. На ту сторону. И пошла туда дальше. И там пошло. Так по всей улице Ленина. Здесь пока труба обрывается, золотого стыка еще нет. А здесь, с другой стороны, скоро будет золотой стык, наверное, здесь. Площадь Суворова. Вот так вот старые трубы закладываются новые трубы. Это примета времени. Ремонт идет водопровода. Подходим к площади Нахимова. Мы прошли Ленина 1, Ленина 2. Тут продолжаются работы, видим. На самой площади Нахимова тоже идут работы. Вон горы песка, видите, да? Уже 5 дней наблюдаю эту картину. Течет. Дождя нет, но течет. А течет вот отсюда. Вот отсюда течет сверху. Вон видно даже, где бежит ручей. О, и собака отдыхает там, мылась. Понятно ее. Надо искать причину, что здесь произошло. Это возле котельной. Там, где наши паркуются все машины. Вода? Ясно, что не пиво. Струйка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки.